период длительных новогодних праздников в соответствии приказу Министерства здравоохранения в медицинских организациях республики будет организован амбулаторно-поликлинический прием взрослых и детей дежурными врачами по специальному графику. В поликлиниках Кызыла также будут работать службы неотложной помощи, перевязочные и хирургические кабинеты, круглосуточно травмпункт. Прием пациентов будет организован в выходные и праздничные дни, также во всех районных больницах и межрайонных медицинских центрах. Поликлиническим службами республики планируются также патронажные обходы граждан на дому. Прием детей 3, 5, 7 января будет осуществляться в поликлинике Кызыла по адресу Кичуола 2Б. Служба неотложной помощи будет работать с 1 по 8 января с 9 утра до 6 вечера. Патронажный обход детей, в том числе совместный с социальными службами, будет проводиться с 1 по 8 января с 9 до 3 часов дня. Кроме того, в этом году впервые примут участие в патронаже взрослых медики-волонтеры, которые будут проводить самостоятельный патронаж маломобильных граждан, инвалидов и пожилых людей после прохождения инструктажа специалистами Министерства здравоохранения республики.